человек, увлекающийся футболом, хотела прокатиться на клубном автобусе. Сегодня у меня появится такая возможность. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какого года техника? Автобус наш 2008 года. Что-нибудь меняли в нем, какие-то запчасти? Да, один раз только поменяли. И все. И все, да. Техника хорошая, качественная. Техника хорошая. Вопрос сразу возникает. Сколько на 100 километров расход бензина? Здесь топливо 30 литров. 30 литров? На 100. Потом посчитаем, умножим и цифры покажем. Дорого или нет? Так. Работа ваша нравится вам? Работа нравится. Интересно. Самый дальний выезд, который вы совершали с футбольным клубом, сколько километров вы проехали? 1300. Это в один конец. И, соответственно, обратно тоже. Да-да. За один день или отдохнули? Не, ну, вдвоем, без отдыха. Какие-то курьезные случаи были у вас? Курьезных не было. Не было? Не было. Правила дорожного движения не нарушаете? Нет. Нам нельзя нарушить. Сколько мест посадочных в автобусе? 48. 48 мест. Много. Мы поместимся сегодня? Как? Конечно. Да? Для нас тоже сегодня свободно. Найдется место. Так, ну вроде бы все выяснило. Пойдемте посмотрим, что у вас внутри. Пойдемте. Заходите после вас. Николай, какое большое стекло, какое чистое. Как часто автобус моете? Каждый день. Каждый день? Да. Стекло просто идеальное и большое. Я такой про вас чувствую. Даже в поезде было меньше. У вас так много всяких интересных кнопочек. Так, это у вас радиодиски, да? Слушать песни. Видео, радио. И видео даже есть. Да. Ничего себе. Можно прям ехать на игру и смотреть, да, видеоматч какой-то. А есть ли у вас в автобусе климат-контроль? Что-то такое, что нет ни у кого в другом автобусе? Ну, что там, круиз-контроль? Что? Да, а это что такое вообще? Микрофон. Вы можете общаться, да? Да. Что-то говорить? Я могу и рядом. Смотрите, какая техника. Техника хорошая. Так, коробка передач. Коробка передач, механика, шестистопка. Три педали. Да, три педали. Механика, три педали. Три педали. Так, это что за красная кнопка? Это аварийная кнопка. Так, это у вас показывает, сколько здесь топлива. Это здесь топливо. Так, это температура. Температура, скорость и обороты. В принципе, это ничего холодно, сложного. Автобус как автобус. Автобус как автобус. Но все равно вы особенный, вы возите целый футбольный клуб. И нас тоже повезет. Конечно. Здорово. Посмотрите, какие здесь. Как будто как в самолете. Смотрите. В самолете. Здесь и подстаканники есть. Красота. И удобно. Мне нравится. Но прокатимся мы чуть позже. Футболисты уже собрались на тренировку, подходят к автобусу и занимают свои места. Скоро тронемся. Последним в автобус заходит главный тренер. Ну что, вся команда в сборе, поедем прокатимся. Поехали. Чтобы не отвлекать водителя во время поездки, пообщаюсь с главным тренером. Мурат Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь самых-самых таких длинных выездах на этом автобусе. Куда вы ездили? Ну, у нас самый длинный выезд был, это город на Новотроицке. Мы когда в том году играли во второй лиге, и в 19 часов до игры добирались. Конечно, очень тяжело. Сыграли и назад тоже. Мы проехали. Тут там до Новотроицка, не знаю, очень большое расстояние. Но это, наверное, был самый такой длинный выезд, скажем так.
В этом году были уже выезды у вас? Да, были. Курск ездили, и в Волгоград ездили. Ну, то есть логистика не совсем хорошая, что касается поездов и самолетов. И вот этим Тамбов, у нас такие ребята находятся на таких больших расстояниях, скажем. Но после Новотроицка это уже как на такси выехать, покататься и еще доехать. Кто вот так вот проходит такие большие расстояния, 500 километров, 600 уже так расстояние. Ну, но автобус обычный. Очень комфортабельный. Очень удобный. Автобус, благодаря нашему водителю, он следит за ним. И он, скажем так, не новый, уже ему порядка 10 лет или больше даже. Но, в принципе, да, для команды за сезон 3-4 поезда на автобусе приносится нормально. Футболисты не жалуются? Да, ну нет. Они же тоже понимают, что иногда и на автобусе полезно прокатиться. Ничего страшного, то есть объединяет. Вместе все как бы переносят эту дорогу нормально. Я смотрю, у вас здесь есть телевизор. Вы когда едете, да, на какую-то игру, соответственно, матч обсуждаете, как потом какие-то установки даете, прям в автобус здесь, непременно, во время пути? Нет, конечно, у нас мы находим время у нас на базе. Телевизор, фильмы включаем, музыку какую-то, например, далекие расстояния, так что нас немножко спасает. В том плане, что пару фильмов можно посмотреть и дорогу проходит. То есть, можно сказать, пока в автобусе футбола здесь нет. Нет, только нет. Отдых и релакс. Ну, релакс тяжело сказать, да. Но да, то есть тут уже сосредоточен на игру и уже здесь дорогу можно побыстрее перенести и в гостиницу, скажем. У многих команд существуют какие-то специальные, да, обряды. Вот прочитала в интернете не так давно, что автобус футбольного клуба «Спартак» никогда не сдает назад. Они всегда едут только вперед. Есть ли у вас какой-нибудь тоже? Ну, в футболе, наверное, это у всех команд, да, у всех команд это есть. Тоже мы стараемся никогда не сдавать назад. Но бывают ситуации, особенно около гостиниц, когда деваться не приходится, там и назад сдавать уже. Это уже как бы на это не обращаем внимания. Так, да, здесь, наверное, я думаю, у всех команд такая штука присутствует. Я веду к тому, чтобы вы сказали мне, что вы едете на тренировку одним тем же маршрутом всегда. И почему это так? Ну, здесь на старт. Ну, удобно просто. Водитель выбирает маршрут, как ему удобнее ехать, а так вот привязанности к каким-то вещам нет. Здесь уже на отпуск нашему водителю отдается. На игру, да, мы меняем маршрут в зависимости от того, как сыграли предыдущую игру домашнюю. Здесь мы уже, ну, здесь уже я как бы выбираю маршрут, как главный тренер. Мы можем поехать по разным дорогам. Если победа, то мы маршрут не меняем. Если предыдущую игру мы выиграли, маршрут не меняем. Если ничья поражение, то меняем участок, меняем. Вы считаете, от этого как-то зависит, да? Ну, знаете, что-то всегда надо менять, когда нет результата. Даже вот в таких вещах, как вот поездка на игру, мы меняем. Я надеюсь, что я не в последний раз уже в этом автобусе, что следующий день вы обязательно выиграете и позовете, чтобы я сидела здесь. С удовольствием. Ну, а если, не дай бог, проиграете, то я просто тоже приду, ну, пересяду на какое-нибудь другое место. Ну, знаете, как вы на это смотрите? Такая вещь, что женщина в автобусе сажает девушек, женщин, когда ездят на игру. Да, понимаете? Но здесь опять мы сегодня же едем на тренировку. Да, мы сегодня едем на тренировку, но опять же опять идет подготовка к игре. Мы можем пересмотреть эти моменты. То есть, может, вы нам принесете фарт, удачу. Я не сомневаюсь. Тогда мы вас с удовольствием пригласим. На каждую тренировку буду ездить. Ну, именно на тренировку, именно в этот день. Там у нас получается сегодня два дня до игры остается. Мы вам будем вызывать приглашение на тренировку и в
режиме команды будете проводить это, ну, полдня, скажем так. Здорово, я соглашаюсь. Отказываться нет смысла, спасибо. Когда предлагают. Спасибо, спасибо. Ну а сейчас настало время поинтересоваться у игроков, комфортно ли им в автобусе. Я не знаю, мы уже вот в автобусе 10 лет ездим, так что вполне, спина вполне не нормально. Спина не затекает? Нет, вообще отлично. Удобно в автобусе? Ну, конечно, места много. Радует тебя поездки на дальнее расстояние? Безусловно. Команда довольна, и это главное. Тем временем подъезжаем к стадиону «Старт», где футбольный клуб проведет тренировку. Приехали. Миссия водителя выполнена. Команда на тренировку доставлена. Водитель клубного автобуса – это не просто привезти и отвезти спортсменов. Это такая же важная составляющая часть команды, как футболисты, массажисты, врачи. История творится не только на футбольном поле, но и за его пределами. –